Итак, дамы и господа, добро пожаловать в клетку. Обладатель чемпионского пояса из Армении, ladies and gentlemen, welcome to the cage. The champion from Armenia, Tai Khachatryan! Дамы и господа, добро пожаловать в клетку, претендент из России. Ladies and gentlemen, please welcome to the cage the challenger from Russia, Игорь Якоров! Что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Русь молодая, силы немерено, дайте коня мне на добрый меч. Ратью пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по гадам, дайте коням мне на добрый меч. Было это братцы давным-давно, черные силы пришли войной. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. И 40 000 сороков, Руси не видала таких врагов. Малые ребята, а мужики все брат за брата, вышли за родину воевать. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться. Русь молодая, силы немерена, дайте коня мне на добрый день. Ратью пойдем, да погоним ворога, Русь молодая, сердцу дорога. Да не пристало нам сидеть по гадам, дайте коня мне на добрый день. Так в наши пяты пришла беда, жаркая встреча была тогда. А мы не знали, не ожидали, жили, любили, детей рожали. Ой, да неужто русская рать не постоит за родину мать? Били, рубили, ворога добили и победили черную тать. И засияло небо голубое, полная чаша мира до покоя. А кто пошел мне к нам с войною? Дайте коня мне на добрый день. Ой, что-то мы засиделись, братцы, не пора ли нам разгуляться? Дамы и господа, для бойцов звучат национальные гимны.
И первым национальный гимн Армении. Ladies and gentlemen, two national anthems for the fighters. And first, national anthem of Armenia. Спасибо. А сейчас звучит государственный гимн Российской Федерации. And now national anthem of the Russian Federation. Ladies and gentlemen, FC League proud to present the main event of the evening. 3 5-minute rounds of mixed martial arts for the Pro FC Lightweight Championship of the World. Представляю вам судейский корпус. Главный судья, супервайзер, Джамбо Дзадзаби. Судьи у клетки. Engage side, three judges scoring this contest. Валерий Багин, Рамазан Гаджиев и Дмитрий Парышев. Ваш судья хронометрист, your timekeeper, Армен Асланян. И с ударом гонга ваш рефери в клетке. And when the bell rings, your referee in charge from Ukraine, Владимир Шемаров. Итак, дамы и господа на трибунах. И миллионы фанатов боев во всем мире. В прямом эфире с арены Дворца спорта «Экспресс» города Ростова-на-Дону. Россия. Бой за титул чемпиона мира! Ladies and gentlemen, attendants and millions of fans around the world, live from «Экспресс» Sports Complex Arena, Ростов-на-Дон, Russia. World title bout. Представляем вам соперников и первого бойца слева от меня, обладателя чемпионского пояса. Introducing first on my left, the champion. Ему 27 лет, рост 181 сантиметр, вес 70 килограммов. 26 years old, he stands 173 centimeters tall, with official weight 70 kilos even. Его профессиональный рекорд 16 боев. 14 побед при 2 поражениях. And his professional record 16 bouts, 14 victories and 2 defeats.
чемпион Торнадо, чемпион RFC, чемпион Армении по К1 2010 года, Ladies and Gentlemen, K1 Armenian Champion, RFC Champion and Торнадо Champion, and reigning, defending, Pro FC Lightweight Champion of the World, France, our finest sport club for media, here is Dani Khachatryan! И его соперник справа от меня, претендент на чемпионский пояс. And his opponent on my right, the challenger. Бойцу 25 лет. Рост 178 сантиметров, вес 70 килограммов. 25 years old, he stands 178 centimeters tall, with a measured weight 70 kilos even. Его профессиональный рекорд 9 боев, 7 побед при 2 поражениях. And his professional record 9 bouts, 7 victories and 2 defeats. Двукратный чемпион России по рукопашному бою. Мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою. Ladies and gentlemen, combat samba and hand-to-hand fight, master of sport. And hand-to-hand fight, two-time Russian champion. Представляющий клуб Олимп из Москвы, Россия, ladies and gentlemen, from Олимп Sports Club, Moscow, Russia, Игорь Итамов! И заключительные инструкции от рефери Владимира Шеварова. And last instructions from referee in charge, Владимир Шеваров. Пожали руки. Слушаем внимательно моей команды, постоянно следим за защитой. Правила не нарушаем, клетку, экипировку, одежду не хватаем. Удачи, будем полно. Итак, дамы и господа, удастся ли чемпиону сохранить пояс или его отнимет президент? Ответ здесь, в клетке Pro FC. Первый раунд, раунд 1. Thank you.
Секундантный за клетку. Second out, please. Round two.
замечание за попадание сетки получает чемпион. Для награждения в клетку приглашается президент Лиги Про ФСИ Анна Магомыв-Дыс, генеральный директор АТБ «Фиат Мастер Спорта по дзюдо» Магомед Дарсиков. Господа, время остановки боя 4 минуты 15 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, we have a time. 4 minutes and 15 seconds of round number 2. Удушающим приемом одержал победу и остается чемпионом мира Pro FC в легком весе. And your winner by submission victory and still Brazil Lightweight Champion of the World, Dani Chachatria, Armenia. We'll be right back.
дамы и господа, дамы и господа!